Всем привет! Решил записать распаковку посылки из Nintendo Online. В общем, это по subscription, это подписка, по которой вы можете заказывать различные плюхи, такие как контроллеры, но контроллеры вы должны покупать, и тогда они приходят, в общем, на адрес указанный. А также вы можете тратить свои платиновые очки. Там за золотые вы покупаете игры, это как скидка идет, как деньги. А за платиновые, да, по-моему, они называются, вы можете их просто, или серебряные, блин, не помню. В общем, тот, кто пользуется Nintendo Switch и подпиской Nintendo Online в курсе, вы можете тратить их на заказ различных таких вещей, как всякие сумки или игрушки, наклейки. В общем, я заказал контроллер сеговский. К сожалению, нинтендовский контроллер уже нельзя заказать. И получается, я заказал сеговский. Теперь у меня их три, а всего четыре, может, на один профиль вы можете всего четыре заказать. Но это подразумевается, что четыре игрока будут играть на одной консоли. И супернинтендовский. Я говорю вот о таком контроллере сейчас. Вот это супернинтендовский. К сожалению, я заказал его только один, это оригинальный контроллер, получается, и больше у них нет. Можно купить, конечно, на Амазоне, где-нибудь там, на eBay, в общем, уже у перекупщиков. У Nintendo заказать нельзя, к сожалению, не закончились. Здесь же я заказал сеговский контроллер, третий он по счету, получается. Один я использую, два запакованных. Но я решил взять, потому что позже, возможно, купить их не получится. Ну и, в общем, собственно, что я хотел показать, приходит вот так посылка. Ну, Nintendo отправляет прикольно. Открывайте, я здесь немного уже распаковал, и потом вспомнил, что у них действительно прикольные вот такие картинки. В общем, выглядит вот так, в середине Марио, в общем, маскот компании. Здесь у нас тоже как бы красная, как коробка, как на выворот, как будто. Ну и, соответственно, тут упаковывают они. Что у нас внутри? Внутри у нас сам контроллер для Sega. Я его тоже сейчас распакую. У меня, ну, я имею в виду эту коробку, я открою. Вот. Но сама распаковка контроллера сеговского у меня уже есть на канале, так что, если вам интересно, вы можете посмотреть. Ну и вот такие плюхи за очки. Это получается щит. Ну, в смысле, не какашка, но щит. Это щит из Зельды. Вот он, в общем, идет. Так выглядит, блин, немного у меня пальцы потрепанные. В общем, вот такой. Это крепится на заднюю панель телефона, ну, то есть на обратную сторону телефона. И это холдер такой. Затем вот такой. Это какие-то покемоны, я не особо разбираюсь, но тоже прикольно решил заказать. Это бесплатно, еще раз повторяю, это именно за очки идет возможность заказать такие вещи. Здесь у нас описание. И это я вообще не помню, что... А, да, все, это стикеры. Стикеры из Splatoon. Получаются такие, ну и вот сама коробка вот так выглядит. В общем, сейчас я покажу все стикеры, которые тут есть. В общем, получаются такие стикеры. Здесь у нас описание, это по игре Splatoon 3. Давайте глянем, что внутри. А, в общем, вот такой, я даже не знаю, как правильно. Наверное, обратная сторона, да? Потом это какие-то главные герои, я особо в Splatoon не разбираюсь. И еще один. Вот такой. В общем, все на серебре. Затем, возвращаясь к этим щитам, у нас... Вот такой получается. Кстати, сделан очень, ну, достаточно качественно. Такой вот с прозрачными краями пластик. С обратной стороны у нас... О! Здесь у нас убирается этот... Вы убираете как бы наклейку эту прозрачную и клеите к телефону. Ну и то же самое у нас с покемонами. Такая же история. Тоже с обратной стороны этот пластик. Ну, собственно, покемон. Покемон Story. В общем, вот такой вот фиксатор. Тут телефона у меня нет поблизости, чтобы показать. Do you have a phone? Да. Да? Ну и вот этот самый
в общем, самое интересное в этой посылке. В общем, взял я нож. Сейчас мы быстро посмотрим, что внутри. Наверное, с одной стороны достаточно, да? No! It's not open. Здесь предусмотрено для пальца, как бы, чтобы вытащить, но не особо удобно, я вам скажу. В общем, эта коробка обычная. И внутри, ну, конечно, это супер штука. Вот такой контроллер. Он здесь идет без пломб, как бы, но я думаю, что это абсолютно новая вещь. В общем, распаковка его есть на канале, если вам интересно. Ну, в принципе, все. Всем пока!